Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы с вами одолели чемпионат исторических машин с некими проблемами, но все же смогли его пройти. В этой серии, естественно, мы продолжим с вами восхождение на гоночный олимп Gran Turismo 2. И думаю, что мы начнем эту серию, давайте, с очередной гонки раллийной. И мы вот пару серий назад купили раллийный аппарат Lancia Delta. И в том же самом чемпионате есть еще одна трасса именно вот с этим же соперником, с такой же точно раллийной лянчей Delta S4. И давайте здесь и попробуем свои силы. Ну что же, хочу сказать, здесь тоже не получилось у меня с первого раза выиграть. Это моя, на самом деле, четвертая попытка. И она оказалась успешной, но тоже не без бага, что ли. В общем, интересно так все произошло. Тут я еще экспериментировал с настройками этого призрака. Вообще, я поехал эту гонку, убрав его совсем. То есть поставил пункт No Ghost. Но, как вы видите, он все равно присутствовал на трассе. Непонятно почему. Если честно, он меня больше раздражал. Ну, так как соперника нету физически на трассе, и об него нельзя, ну, как-то чуть-чуть облокотиться в повороте или где-то, то зачем он тогда вообще нужен? По сути, тут соревнование тогда со временем. И вот я его хотел убрать, но не получилось. Ну, четвертая попытка, в принципе, уже довольно ровно у меня прошла. Вот тут он немножечко вырвался вперед, подлец. Но все-таки вот в последнем повороте, на выходе из последнего поворота, меня начало кидать. Я даже не совсем понял, почему. И вот смотрите, у нас сейчас горит second на табличке и надпись You Lose. То есть, что мы проиграли. Ну, я здесь тоже, естественно, был разочарован. Очень сильно меня тут тоже бомбануло. На самом финише он буквально там обошел меня на несколько тысячных, как я думал. Но каково же было мое удивление, когда я вышел в меню, и здесь у меня загорелось First, и мне засчитали победу, дали призовые деньги. И, в общем, все благополучно закончилось. Не знаю, то ли это баг какой-то, то ли там у нас с ним равное время было, тысячное в тысячную, и игра вот посчитала там так, а здесь в меню вот передумала. Не знаю. Ну, факт остается фактом. Победу засчитали. И ладно, я доволен. Поэтому не будем испытывать судьбу. И давайте продолжим. Сейчас посмотрим, что у нас еще осталось из чемпионатов. Вот есть чемпионат такой без надувных машин, и здесь free написано в ограничении. Раз free, значит, там, скорее всего, машины выступают гоночные. Ну и вот NSX с Honda, и они у нас, как обычно, без надувные. Поэтому давайте испытаем наш NSX-ик. Заработанный не так давно. Простаивает он у нас без дела. Но памятуя о том, что машина довольно-таки капризная, тут давайте немножко ее, ну, искусственно, в общем, создадим ей недостаточную поворачиваемость, дабы компенсировать его избыточную поворачиваемость. Ну и посмотрим, как он себя будет вести. Трасса Автомринг. Ну
Ну и, в общем, вы видите, что тут далеко соперники-то у нас не сверхпрокачанные гоночные болиды, а, ну, я бы даже сказал, довольно слабые соперники. В связи с чем у меня, опять же, вопрос к разработчикам вот именно в этом чемпионате. Какого хрена, спрашивается? Зачем делать свободный вход, ну, то есть не ограничивать его по лошадиным силам и ставить в соперники машины, ну, вот такие вот достаточно слабые? Непонятно. Мне это непонятно. Это в некое даже заблуждение вводит. Ну, ясное дело, если игрок включает впервые этот чемпионат, то, ну, в принципе, во всех остальных случаях, если написано фри, это значит, что самые сильные там соперники. Ну, это логично. Ну и, соответственно, игрок хватает, как вот, собственно, мы сейчас с вами взяли NSX, ну или что-то наподобие, в общем, мощную машину, и оказывается, что тут соперники совсем не чета этому. Ну, в общем, непонятно как-то. То ли это опять недоработка и, может быть, какой-то странный рандом здесь, хотя нет, вряд ли. Ну, либо немножко разработчики этот момент недоработали. Ну, как бы особо страшного-то, конечно, ничего нету в этом. Довольно легко мы выиграем. Ну, даже если тут ошибаться в каждом повороте, тут проблем, я думаю, не составит выиграть. Ну, зато протестили вот NSX, отлично он себя показал. Даже, может быть, немножко я переборщил с недостаточной поворачиваемостью. Как-то не очень он. Не, ну, хорош, да, но, по-моему, немножко плоховато он заправляется в такие медленные связки. Вот, на следующей гонке, если что, надо будет подкрутить его еще. Ну, а в целом машина, конечно, классная. Здесь NSX гораздо управляемее, что ли. Гораздо податливее, чем это было с NSX в первой части. Ну, я сейчас говорю именно про Special модель, которая была в первой части Gran Turismo. Там, конечно, он без настройки был очень такой, очень-очень своенравный. Ну, я думаю, вы помните памятную гонку 300 километров Гранд Воли, где нам пришлось достаточно тяжко. Так, ну что же, посмотрим, что нам дали. Хотя выигрыш, смотрите, какой здесь очень крупный, 50 тысяч, практически максимальный. Странно, странно. Интересно же, что они дают за этот чемпионат. Либо что-то мощное, прокачанное, либо вот что-то наподобие того, с чем мы сражались. Да, наподобие того и даже слабее. Вот нам дали Mazda Roadster MX-5. Опять же, она нам ни к чему. И давайте мы ее продадим. И проедемся еще одну гонку все-таки. Я что-то думаю, ну, может быть, в следующей гонке все-таки нам поставят соперников помощнее. Хотя это вряд ли, конечно, но давайте проверим. И все-таки зайдем, давайте в настройки, и немножечко ему аэродинамическую конфигурацию подправим нашему NSX-ику. Немножко прибавим прижима спереди, чтобы он лучше в поворотах, на входе в повороты слушался. Благо трасса это тоже извилистая у нас, как мы уже знаем. Гриндельвальд.
Нет, вот опять те же самые, в общем-то, спуны, югины. Да, интересно, конечно. Ну, зато точно теперь знаем, что проблем у нас в этой гонке быть не должно. Кстати, вот заметьте насчет вот этой трассы, как ее часто нам стали пихать во всех чемпионатах. Как только я сказал, что она мне не нравится, ну просто в каждом чемпионате она появилась, и в каждой серии нам вот приходится по ней ездить. Явно они вот так нетривиально так намекают, что лучше бы тебе, парень, полюбить эту трассу, иначе придется тебе мучиться вечно на ней. И чем больше ты будешь ее не любить, чем чаще мы будем тебе ее подсовывать в различных соревнованиях. Ну, я своего мнения все равно не изменил. Как бы они ни старались. Как она мне не нравилась, так и она и будет не нравиться. Опаньки. Вот даже так мы умеем. Ну а куда без этого? Это гонки, ребята. Порой борьба с самим собой даже сложнее, чем с соперниками. Поэтому бывает и такое. Едешь в одиночку и ошибаешься. Да уж, что тут скрывать, я фанат этой машины, Honda NSX. И вы, ребята, вы видели новый NSX Concept Car? Блин, какой же он классный, а? Они вот молодцы, смогли, японцы, кардинально изменить его дизайн. Он стал такой, ну мне прям нравится, он стал совсем такой агрессивный. Но изменив кардинально его дизайн, они тем не менее каким-то образом все-таки смогли, ну, оставить его узнаваемым. То есть изменив его практически до неузнаваемости, они, парадоксально, но факт, оставили его узнаваемым. То есть сохранили вот какие-то черты его, такие вот кузова характерные, что он без труда узнается NSX в новом концепте, и он стал полноприводным плюс гибридным. Но сейчас, в принципе, это тренд такой, ничего там такого нету, но он чисто внешне он классный, я прям тоже балдею от него. Вот такая минутка рекламы. Так, ладно, прошли мы очередную гонку без труда, естественно. Очередной полтинник у нас в кармане. Прекрасно, когда такие большие деньги дают призовые. Ну и давайте, наверное, тогда, раз соперники у нас тут такие слабенькие, давайте последнюю гонку пройдем на чем-нибудь более подходящим. О, смотрите, что нам дали. Спун Цивик, и он был у нас, кстати, по-моему, он был сейчас в этой гонке, то есть в этом чемпионате он участвовал. Давайте проведем с ним некоторые манипуляции по улучшению. Ну и кинемся в чемпионат на нем. Я не думаю, что они сильно там прокачаны полностью, даже, наверное, они не прокачаны, судя по тому, как они, ну, очень сильно отставали от NSX, пусть и полностью гоночного, но все же. Думаю, что так, по-среднему где-то они, наверное.
доведены где-то на средний уровень. Ну и в такой конфигурации катаются там. Смотрите, первая стадия стоит 65 тысяч, прибавляет 6 лошадей. Ну, грабеж! Второй и третий вообще нет. Что, кстати, он совсем слабенький. Спун Цивик. Странно. Так, облегчим и без того маленькую машинку. Знаете, гоночной модификации нету. Вот интересно, у него такой черный капот. Ага, он-то на то он и не турбовый, что участвует в этом чемпионате. Черный капот, вот интересно, у него это углеволокно. Так, ну что же, посмотрим, сдюжим ли мы, а ли нет. Ух ты, смотрите, что-то там первая едет в такой в гоночной уже комплектухе. Неужели нас опять подставили и подсунули нам соперники какого-то... негодяя, в общем, который мухлюет. Хотя здесь сложно смухлевать, здесь открытый чемпионат, не ограниченный ничем. Ну, кстати говоря, Цивик-то наш, я смотрю, так не шибко шустрый, прямо скажем. Ух! Вот это да, был полет. Просто вошли в штопор. В крутой пике, в штопоре. Так, ну этот поворот никогда мне особо не давался. Через раз тут ошибаюсь в последнем повороте. 3 секунды с первого круга. Блин, надо поднажать. Втроем уехали. Хотя вот тот прокачанный гоночный аппарат уже, по-моему, не лидирует. Кто-то его уделал. Ну, радует, хоть здесь нету Ford GT. Вообще, как ни странно, Civic вот этот, он... переднеприводный, переднемоторный, и все равно он склонен к такой избыточной поворачиваемости. Это вот интересно, кстати, особенность. Такая редкость. Обычно переднеприводные машины грешат недостаточной поворачиваемостью, а тут странно. Так, это кто у нас? Родстер. Опа. Так, ну есть. На подиум зашли. Ну, блин, с трудом с таким, конечно. Вот на прошлом круге 3-1 было отставание. Сейчас 2-9, 2 десятки отыграли. Так, идем на крайние меры. Париж-Дакар, по песку. Что-то особо не помогает, даже такие читерские манеры. Да, смотрите, вот после того, как вот этот гоночный аппарат прошли, вот кто-то его опередил, он отрывается. Блин, у меня уже закрадываются смутные сомнения, не Ford ли это GT. Но думаю, что все-таки нет.
Ой-ой-ой-ой. Думал, что сейчас развернет. Это троллейный аппарат. А, это Пежоха. Точно. Пежоха 206. Ничего себе. Как тебя подруга сюда занесло-то? Так, к сожалению... Да, Пежоху мы прошли в последнем повороте, но... О, смотрите, тоже спун, только Интегра, Type-R. Фу, уехал от нас просто в точку. Хм. Но, может быть, я недооценил. Все-таки, наверное, они здесь прокачаны больше, чем я думал. Может быть, даже полностью. Ну, то есть, насколько позволяет вот их комплектация спун вот это. Многие тут спун и мьюгины, я смотрю, ездят. Вот, так что даже не знаю, что же делать-то. В общем, ребята, тут я снова применил чудо-монтаж, и было у меня две попытки еще. Я не знаю, зачем-то взял ПТ Спайдер, на котором мы в прошлой серии проходили чемпионат, позапрошлый точнее, Плимус этот. Ну и в общем, два раза попытался на нем проехать и тоже не смог выиграть. И сейчас решил, посмотрел, что в соперниках у нас там действительно есть точно такой же спун Цивик, и он едет на равных с лидером. Я один раз пришел третьим, один раз вообще пятым на этом ПТ Спайдере. Во второй гонке меня крутило несколько раз, ну потому что я там разнервничался и уже совершал просто ошибки из-за того, что пытался как можно быстрее отыграться, но получалась обратная ситуация. В общем, я решил снова взять спун Civic, прокачать его до конца. Думаю, раз компьютерный бот на нем едет и едет очень хорошо, быстрее даже, чем я на этом вот ПТ Спайдере, думаю, чем же хуже я. В общем, решил снова взять спун Civic, прокачать его все, что можно ему, и отыграться на нем. Не знаю, как получится. Посмотрим. Посмотрим. В принципе, куплено абсолютно все. На мощность практически ничего это не дало. То есть там буквально еще было 239 лошадей, стало 250. Но ходовая часть, вот подвеску еще купили. Покрышки суперсофт, облегчили его еще немножко. Посмотрим. По идее, должно сработать, ну потому что раз бот едет в хорошем темпе, уж думаю, мы на этом Цивике на полностью прокачанном должны сдюжить. Ну иначе грош нам цена. Ну и что же, смотрим, нету Цивика на этот раз, спуна. Ой. Что за хрень творится с нашей машиной? Ничего не пойму, вот честное слово. Что вообще происходит? Что там, на асфальт камней насыпали? На стартовой прямой. Ну сейчас вроде ничего, нормально. Поехали, раскатились немножко. И кстати, вот опять, смотрите. Что происходит-то? Колеса пробили, что ли? Чё так колбасит-то? Ё-моё. Ой-ой-ой. Ничего понять не могу. В общем, ничего себе, как его подшвыривает. Чё-то происходит уже непонятное на протяжении двух серий подряд.
дорогие друзья, вы сами, наверное, видели. Сначала эти баги с Фордом GT. Потом мы с вами нашли лазейку, как можно в чемпионат зайти и обмануть ограничения по лошадиным силам. Потом непонятно, что-то в ралли с нами произошло. Судьи там сначала дали нам второе место, потом передумали и отдали все-таки победу. Сейчас что-то непонятное на Лагуне Секи творится. То ли это трасса, то ли непонятно, то ли наша машина загоняет. Самое интересное, что не на всей трассе-то это происходит. Такое впечатление, что вот первый сектор вроде так ничего, а вот второй, третий начинает просто наш Цивик скакать как сайгак просто-напросто. Что это такое? То ли это с подвеской что-то, то ли нам опять что-то недоброжелатели накрутили, пока наша машина стояла в гараже. В общем, кто-то, видимо, из недоброжелателей зашел и, ну не знаю, перекрутил наши покрышки, вместо резиновых поставил просто-напросто стальные квадратные колеса, как у, в общем, не знаю, как у поезда, только еще их оквадратив хорошенько. Ну, другого объяснения у меня просто нету, что происходит с Цивиком. Благо это, ну, на скорости практически не отражается. Кстати, вот тут так незаметно тихим сапом, в общем-то, мы действительно едем, поехали гораздо быстрее. И если так, ну, шутки в сторону отбросить, то Цивик стал ехать почему-то гораздо быстрее. Ну, то есть, я говорю, мощности у него прибавилось совсем немного, но в резвости он прибавил так, как будто мощность у него возросла в два раза. Вот сравните сами, дорогие друзья. Непонятно что-то, честное слово, творится. Не знаю, то ли это погода так влияет на игру, на внутриигровые, уж не знаю, что там, на железо. У нас тут дожди уже две недели, может, сырость, я не знаю. Но что-то непонятное явно творится, что-то сверхъестественное, полтергейст, внешние силы вмешались. Ой, ладно, с горем пополам прошли, все-таки надо забыть опять об этом. Непонятные вещи какие-то. Вот, благо нам 50 тысяч все-таки отстегнули, это самое главное. Ну и сейчас посмотрим, что нам там дали. Надеюсь, что-то хорошее. Не очередной Цивик спун. Ну, в общем, очередная издевка. Опять дали родстер, который мы получали за первую гонку. Да. Печально, что-то они как-то совсем нас не уважают. Так, ну, предлагаю, в общем, этот Civic тоже продать. Что-то неладное с ним творится, дабы наши остальные машины не заразились от него этим вирусом Сайгака. Продадим его тоже. И, в общем, давайте завершим на этом серию. Тоже она какая-то была не очень однозначная. Что-то чем дальше, тем Гран-туризма. Ну, в общем, заглядываем Гран-туризма под юбку и обнаруживаем там довольно много каких-то багов и непонятных вещей, копошась вот во внутренностях игры, в ее механической части. Да, ну, видимо, это все из-за того, что игра гораздо стала больше, и у разработчиков было меньше времени на доработку ее. Ну ладно, ставим это на совести Polyphony Digital. Ну и, в общем, давайте попрощаемся все-таки на этом. Спасибо огромное, что смотрите.
Подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Комментируйте. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Мне это очень важно. Еще раз повторюсь. Ну и, в общем, с вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Удачи и поменьше багов с вашими машинами.